Сегодня с рабочим визитом в город на Волге прибыл лидер коммунистов России Максим Сурайкин. Политик посетил Ленинский мемориал, где встретился с главой региона Сергеем Морозовым. Место для встречи было выбрано не случайно. Плодотворное сотрудничество региона с партией помогло обратить внимание федерального центра сразу на несколько ленинских мест. Например, удалось благоустроить памятник Владимиру Ильичу Ленина на главной площади Ульяновска. Губернатор поблагодарил Сурайкина за совместную работу, в том числе и по вопросу ремонта парка Дружбы народов. Лидеру коммунистов предложено войти в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Ленина. Мы приняли решение и создали большую дирекцию, такой большой проектный офис, как сейчас принято говорить. Возможно, и вы дадите поручение, кто-то от вас войдет. По подготовке к юбилею со дня рождения, к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, мы хотим провести достаточно серьезные мероприятия, которые могут показать его и как политика, и как человека. И рассказать еще раз более подробно о его семье, в которой просвещение, в которой воспитание были, наверное, самыми добрыми добродетелями. Подготовку к юбилею входит в том числе реконструкция Ленинского мемориала. Вопрос финансирования проекта взят на контроль коммунистов России. И мы, как политическая партия, будем всячески содействовать правительству области в решении этих задач, получении федеральных грантов. И планируется большой проект масштабной реконструкции Ленинского мемориала. И, естественно, для правительства области надо изыскать возможности федеральной поддержки. Мы, как федеральная политическая партия, можем влиять на федеральное правительство предоставление грантов, выделение средств для решения этих задач. Губернатор отметил, что власти необходимо продолжать активное сотрудничество с представителями всех политических партий. К этому диалогу приглашают все конструктивные силы. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.